Всем приветик, приветик. Я сегодня снимаю току. Вот это мой муж. Артём, вот это я, Полина. В принципе, уже все понятно. Артём. Что? 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 Кто еще? Что? Приготовь что-нибудь, чай пока переоденусь. Ой, ладно. Че это сразу? Хотя идем вместе переоденусь. Закройте. Ух. Ну ладно, окей, Вер. Закройте. Мы не переделахи. Мы ничего. Мы, если что, зайдем. Мы ничего. Так, ладно, надо переодеться. Я, наверное, переоденусь в одежду. Кстати, я беременна. Я в эту же одежду. Я же не могу быть беременна. Так что... Да хоть я рисунки всякие буду рисовать. Ладно. Идем? Угу. Да. Удержи, не видишь, я беременна. А беременным надо помогать. Фух, приехали. Ладно. Ой, извините. Я пойду погрещу камин и порисую, а ты иди готовь. Ладно. Посмотри телек. Вот. Буду рисовать. Нарисую еду. Тем временем можешь приготовить. Кактусик. Ну, допустим, вермишельки берем. Так, берем, ой, ну не сосиску. Лапша готова, так что все. Блин, тарелка. Зачем я так делаю? Так. Допустим, это сюда по линии. Это, допустим, мне. Ну или как она решит. Блин. Так. Надо налить. А что? Она пьет кофе. Так, я обычный кофе. Думаю, она немного пьет сюда. Сюда очень много кофе. Много-много. Так. Допустим. Это мне, это ей все. Иди кушай. Иду. Ладно, тут оставлю. Сюда положу. И сюда. Что-то так. Лосинка залазит. Пусть погонима. Я иду на конфликт. И мне плевать. Да, я мать. И я умею танцевать. Да-да, я мать. Я умею танцевать. Сошла с ума. Ну, не ешь, вот, вермишелька. Вермишелька. Сейчас все уберу. Так. Берем мисочку. Все, я пошла, спасибо. На здоровье. Все, будет дальше рисовать. Понятно. Поедим. Фух.
Как я устала от нее. Ну ладно. Что за шум? Надо быстрее бежать. Ты чего? Я рожаю. Я рожаю. Что делать? Ты как это сделал? Да, я сам в шоке. Давай уберу. Малышу кто будет комнату строить? Давай возьму. Так, идем. Фух. Что ты растырила свой шот? Сейчас жду. Подожди, я случайно выключила камеру. Все. Здравствуйте. Какая-то красотка там. Идем быстрее. Приехали. Где будем ей комнату делать? Ну, у нас, конечно. Так. Ну, давай. Давай. Тут. Сейчас пойдем. Подержи, это все. Вещь, кстати, забери. Вот это вот. Вот это вот. Фотки надо? Нет. Рюкзак, да. Все? Угу. Вот пусть тут постоит. А мы с малышкой пока поспим. Ой. Так, а что? А какой у него пол? Такой это не проверьте. Девочка. Можно хоть. О, вау. Круто. Угу. Кто у нас? Девочка. Ой, какая немножечко. Все, иди спи. Ой, извини. Все, будешь там жить теперь. Так, стой. Все, живи теперь. Правда, там что-то комодик что-то спит. Ничего страшного. Угу. Так. А куда нам? На мою полку. Дебил ты. Дебилыч. Так. Идем вниз. Где мыться? Так, надо пальцы. И пока помоюсь. А пока идите к мужу. Так, пойду на первый этаж. Я приехал. И идемте. Ничего не дадим. А, молоко надо согреть. Точняк. Я возьму с редактором. Так, а где оно было-то? Вы не помните, ребят? Вроде тут. Так. Так. Вот. Так. Молочко. Ну, допустим, вот. И майку на всякий случай. Ну, вот и все. Согрею сначала Маньку, а то вдруг она пить не будет. Так. Ну, если что, я ей пивасик налью. Я же не знаю, что там дети пьют. Так. Ну, как это поставить? Все, пусть греется. Пойду закуплю ей собаку. Ну, что такое, рыба? Пижамки прям пойду. Покупаем. Так, я просто люблю. Вера, у меня заснимивает.
Ну ладно, говори. Говори. Ладно, идем с собачку. Будет зайчик. Зайчика, допустим, купим. Или котенка. Ну, допустим, зайку. Так. Допустим, что-то. О, открылось что-то. Ладно, все, я пошел. Так, всем привет, привет. Еще раз. И мы пришли. Так. О, извините. У нас телек просто был. Так. Про молочко забыли. Ну, ничего страшного. Бутылочку, наверное, чтобы она охладилась. Так, вот эту сумочку. А, нет, вот сюда вот. Вот ты, наш милашка, зайчик. Сейчас пойдешь на второй этаж. Ну, сейчас его отвезем. Ой, зачем я сел? Так. Вот, все, приготовили. А где ребенок? Жена. Привет. А, он же спит точно. Тоже переодеваешься, иду. Не, ну переодеться. Угу. Я тут обустроила гардеробную пока были на паузе. Допустим, оденем вот это для спания. Так, иди, может, переодеться, я не буду смотреть. Может, переодеться. Так. Что же переодеться? А, точно, вот. Может, это? Не. А, ой, это же одна и та же. А, это жена. Это жена, и вот, блин. Так, ладно. Надо переодеться во что-то. Я не знаю, во что переодеться. Допустим. Ну, блин, во что одеться, я не знаю. Ладно, как всегда, вот в этом, короче, буду спать и все. Погнали. Фух. Приехали. Идем спать, Ники. Угу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И на этом я хочу ролик закончить. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем удачи. И подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Всем пока-пока. Если хотите правду, пишите.